Не справилась с управлением в Нагайбакском районе. Мать с ребенком погибли в аварии. ДТП произошло на поселковой дороге. 26-летняя девушка на Део Матис вылетела в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Прибывшие на место медики забрали ее с 3-летним ребенком в больницу. Однако спасти их не удалось. А это последствия аварии на улице Кольцевой. Капот ВАЗа 12-й модели смяло. Как говорят очевидцы, мужчина за рулем ехал на большой скорости. Автомобиль вылетел на встречку и врезался в Ниссан. В салоне иномарки находились две женщины. Всех пострадавших госпитализировали с травмами. А на проспекте Победы пьяный шофер Volkswagen снес дорожный знак. Судя по повреждениям, сделал он это на большой скорости. В итоге в больницу попала и вот 34-летняя пассажирка. На улице Партизанской 19-летнего парня на «Шевроле» занесло на дороге. Он врезался в столб. Помощь врачей понадобилась его 20-летнему пассажиру.